Итак, друзья, привет. В одном из предыдущих видеоподкастов я рассказал о том, что мешает нам начать действовать. Да, 4 фактора. Вот. И сейчас в этом видеокасте я хочу поговорить про лень. Я уже сказал, что лень – это не то, как правило, думают, когда говорят про нее. То есть некоторые люди говорят: «Мне лень что-то делать». Так вот, на самом деле лень – это не желание что-то делать, а это желание ничего не делать, то есть это желание бездействовать. Это некая форма наркотика психологического, когда человек не имеет желания к действию, потому что для него это лучшая форма времяпрепровождения, от которой он получает удовольствие, вот, как правило. Если вы хотите поспорить, то лучше посмотрите, пожалуйста, предыдущий видеокаст, где рассказаны про другие формы бездействия, потому что вы можете под ленью подразумевать прокрастинацию, ступор перфекциониста или отсутствие воли. Это несколько разные понятия, разные степени деградации, да, сознания, которые ведут к бездействию. Так вот, лень – это, еще раз повторюсь, не желание действовать, а желание бездействовать. Есть также два варианта, да? То есть первый вариант – это когда человек бездействует только в каких-то направлениях, ему не хочется, то есть он хочет бездействовать в каких-то сферах только. Вот. Есть же такая форма, когда человек просто готов вообще бездействовать во всем, не хочет начинать делать ничего. Это более высокая степень деградации. И если мышление поднимать тоже как форму деятельности, то если человеку лень уже даже становится мыслить и думать, то это высшая степень деградации. Такому человеку тренер, коучер не нужен уже, ему нужен, скорее всего, это психолог. А может быть, даже психиатр. Таких людей уже, в принципе, надо даже медикаментозно лечить, поднимать им жизненный тонус и так далее, чтобы у них чего-то получалось вообще по жизни. Поэтому данный подкаст уже не для них. Этот каст для тех, у кого есть лень, но она распространяется не на все. То есть человек осознанно понимает, что у него проблема лени присутствует. Это как болезнь, как алкоголизм. Если алкоголик понял, что ему нужно лечить алкоголизм, что это действительно проблема, он осознал это, то тогда это можно все поправить. Так вот, для таких лентяев, соответственно, и этот совет. То есть это видео. Как начать борьбу с ленью? А лучше сказать, как выбрать путь, где лени нет. Но так как человеку не хочется вообще действовать, но он понимает, что это, в принципе, неправильный путь, и действовать надо, трудно, конечно, ему замотивироваться на каких-то вещах рациональных, осознанных. То есть прямо понять, что вот логическую базу подвести, а под рациональность каких-то действий и на одном осознании только начать уже работать. Нет. Поэтому для того, чтобы начать легко бороться с ленью, ну, в смысле, это всегда нелегко, но чтобы это было проще, самое первое, это нужно так определить те направления, в которых это будет делать проще всего. То есть, а что проще всего? То, что нравится. Вот нужно найти то, что нравится, ну, кроме, разумеется, бездействия полного. Вот. Это может быть даже какого-то рода получение удовольствия. Но здесь нужно подойти к удовольствиям с точки зрения эпикурейства в его высшей ипостаси. То есть, когда человек получает удовольствие не от каких-то низменных наслаждений, да, то есть удовлетворяя инстинкты низменные или поступая как-то неправильно, то есть пошло, как-то негативно, запредельно, то есть обжорство, там, не знаю, похоть, там все такое прочее, и перенасыщение в этом всем. Хотя для крайней степени лени даже ее и так лечить можно, но это крайне. Вот. А так, на самом деле, то есть удовольствия должны быть такие, как утонченные, они высокого порядка должны быть. То есть, что именно? Это должна быть культура, искусство, живопись, музыка, чтение, там, да, то есть это литература, это беседы с интересными людьми. Вот этими вещами надо начинать активно заниматься. Причем даже если делать это не особо хочется, но это приносит удовольствие, нужно просто
попросить людей, которые готовы вам в этом самим помочь, позаниматься этим вместе с вами. То есть нужна вовлеченность. На более высоком уровне, когда уже полегче станет, да, можно заниматься этими вещами самому, посещать музеи, путешествовать, пытаться. Вот. И получать удовольствие от новых мест, от за посещение музеев каких-то красивых там ландшафтов, да, природных. Это будет самое начало. И когда уже будет преодолено вот такая вот бездействие и лень, когда даже лень поднять от кровати этому-то дивана задницу, это уже, значит, можно переходить на ту ступень, когда человек борется с недостатком воли, потому что к лени как таковой, то есть желание бездействовать у него уже не будет. У него уже будет желание действовать, просто иногда ему хватать для этого не будет какого-то толчка, то есть что-то, что его это поднимет и заставит им действовать, потому что действовать он уже хочет. Это, значит, недостаток воли. Там уже применяются другие типы. Я, конечно, то, что сейчас разложил, это очень коротко. Это имеет гораздо более высокое, более серьезное развитие, эта тема, более серьезную детализацию. Вот. Но на эти темы будут записаны другие, более съемки, подкасты. Для того, чтобы их узнать, ну, то есть о них узнать и чтобы получить их, обязательно просто подпишитесь в социальных сетях на сообщество «Кухонный философ». Это сообщество есть во всех социальных сетях, и ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в моем мире на Mail.ru, то есть везде. Вот. Ну, а в следующем видео я расскажу как раз именно о том, как начать сам действовать, когда не хватает воли, то есть когда есть сам слабохарактерность, так называемая, когда именно волевых сам качеств недостаточно для того, чтобы реально начать действовать в том направлении, в котором человек уже понимает, что действовать он хочет, что это ему нужно. Ну и еще, резюмируя тему лень всегда можно побороть на мотивации. То есть мотивация, что такое мотивация, если уж так это, ну, вообще по-простому говорить, это некий фактор, который на определенном временном промежутке может вызвать вот интерес, то есть заинтересованность в каком-то действии. Вот для лентяев прежде всего нужна мотивация. Ее может дать сам кто-то, сам другой человек, ее может дать просмотр там, интересной телепередачи. Важно просто подхватить эту тему, важно именно подхватить. И, конечно, именно с тех тем, с тех дел, которые вызывают именно мотивацию такую, лентяй должен начать. Потому что часто лентяи допускают какую-то ошибку большую, они пытаются, вернее, они не то, что не пытаются, они потому и не пытаются начать действовать, что они понимают, что они не способны начать действовать в важных стратегических для жизни направлениях. Они хотят бездействовать, потому что серьезные вещи, такие как бизнес, там, ну, может, обучение серьезное, требуют серьезных времени и сил. И это негатив для них. То есть легче ничего не делать. Это комфортнее. То есть они не осознают того, что на самом деле они не делать что-то не хотят, а хотят ничего не делать. Так вот, для того, чтобы побороть свою болезнь, им надо начать действовать. В каком ключе? Хоть что-то делать. То есть побороть желание бездействовать. И начать нужно с того, что наиболее легко получится, то есть с того, что нравится. А не хвататься сразу же за там, изучение квантовой физики, это невозможно для лентяя. Просто невозможно. Ему надо хотя бы что-то начать. Хотя бы начать, не знаю, чтобы кто-то вывез его на природу. Вот так вот. Чтобы он в речку залез выкупаться, когда жарко. Вот с этого. И потихонечку, полегонечку начать действовать дальше. Но я говорю, что лень – это очень высокая степень там, деградации личности.
без посторонней помощи бывает обойтись очень даже тяжело. Но тем не менее можно, но если это не сильно запущено еще. Вот то, что касается воли, ступора перфекциониста и прокрастинации в ипостаси высшей. Что это такое, посмотрите в предыдущий подкаст. Мы поговорим с вами дальше. До встречи!